А как вы относитесь к Беларуси или что вас связывает с ней? Мне Беларусь очень нравится. Мы даже с мужем хотели отдыхать, ехать туда. Ну, как пенсионеры, будем так говорить. Очень нравится Белоруссия. Я с удовольствием, вот даже когда выступает ваш президент, ну, с удовольствием слушаю, будем так говорить. Не знаю, мне нравится. Это все-таки наши какие-то бывшие соотечественники, они, мне кажется, ничем не отличаются от нас. Просто все зависит от того, кто наверху сидит и как управляет страной, и в какие рамки поставил людей, которые находятся в этой стране. Если хорошее руководство, значит, в стране все хорошо. Вот. А так сами люди по себе, они замечательные. Ничем не хуже и не лучше, чем мы. Они, наверное, такие же. Не то, что здесь у нас, посмотрите, грязь, все это как свинство. Там такого нету. Там чисто, что по дороге едешь, что в сферах везде чистота. А то, что там это не оппозиция, это все это, знаете, как сказать, все подкупное. Что она выступает против Лукашенко. Лукашенко правильно политику ведет. Хорошо относимся, солидарны, и сейчас очень, как бы, там страшные события происходят, такая напряженная ситуация в Беларуси, но мы солидарно поддерживаем, вот, и, да, вместе с ними, как бы, морально, душевно, не знаю. Как вы думаете, могут ли присоединиться какие-нибудь еще страны к Союзу России и Беларуси? Я думаю, что любые страны, которые считают для себя пользой присоединиться к России и Беларуси, могут присоединиться к России и Беларуси, исходя из экономических соображений, ну, политических соображений, конечно же. Конкретно страны, если нужно. Ну, как вы думаете, скажите какие-нибудь? Ну, Украина, безусловно. Вот, ну, Белоруссия, понятно. Значит, Украина, Беларусь. Что еще? Ну, все страны, которые в свое время были в союзе с СССР.